Приветствую всех любителей футбола, с вами как обычно Ice Frog. Играю ностальгическую игру PES 2009. Накануне матч 1/4 финала Лиги Чемпионов. Это первый матч у нас. Опять с командой с Англии. Это Манчестер Юнайтед на этот раз. Первый матч мы играем дома. С Манчестером, чувствую, будет очень нелегко. Но, думаю, я справлюсь. Ну, начнем. Что у нас по форму? Как Манчестер выездную у нас. Ой-ой, тут замену нужно поделать. Так. Сейчас нас ждет заменку. Первый. Мы разыграем мяч. Ну что, пошла вода горячая. Мяч у Робиньо может быть опасно. Ай-яй-яй, нифига не будет опасно. Рамос. Центр. Баптиста. Ломают его. Вот штрафной. Сюда у нас Дэвидс один, нет. Разбок, вот он Дэвидс. Диара. Который выпустил на замену Робиньо. Робиньо. Ай, по своим же попадает. Нет, офсайд. Офсайд уровня. Да, офсайд уровня. Так, штрафной в мои ворота. Выносим мяч Баптиста. Робиньо. Сам идет Робиньо. Угол не догоняйся. Центр Рауль. Рауль, можно бить. Удар! Вандерсар. Первый удар по воротам. Ничего, так уже нормально. Ну, для Вандерсара это не удар, так. Подаем. Удара не будет. Тихо-тихо-тихо, Дэвид. Ой-ой-ой, это может быть опасная контратака. Опять штрафной по моим воротам. Опять же середины поля. И выходим с обороны, выходим. Куда пас, куда? Ой-ой-ой, пас на Тевеза, Тевес! Фух, обменялись мы, конечно, ударами, но у них момент как на меня поопасней. Робиньо уже в штрафной возит. Возит. Робиньо. Да. Не густо у нас с ударами. Отлично. Да ну куда, Рамос, Рамос. Что творит Сережа? Тихо-тихо-тихо. Робиньо, Робиньо, Робиньо! Мочи! Вандерсар, ну удалить, блин, добивания не будет. Фух, так, подаем. Может кто-то и выпрыгнет. Нет, надо выпрыгать. Нынче никто не умеет. Еще один угловой. Подачка. Гуди! Выше ворота. Да, с лонгшотами Гути, конечно. Не ахти. Робиньо сам, сам Робиньо. Пас на Рауля. Рауль. Рауль тоже сам. Пас тут Сережа Рамос. Ай-яй-яй. Ну куда она? Что вы творите? Рауль. Что с Раулем? Он какой-то деревянный. Ой-ой-ой, это желтая. Снейдер напросился. Да, желтая. Если Снейдер. Баптиста! Блин, такой момент. Руни, Руни, Руни. Удар с острого угла. Главой будет. Касильяс нас выручает. Смотрим повтор. Удар с острова. Касильяс ближний. Так, я знал. Сказал Мадрид на втором этаже. Очень плохо! Я же сказал. Получай, Руни. Получите, распишитесь. Вейн, Руни.
pressure for the rest of this game. Первый тайм прошел без изменений, счет 1-0, я просто сделал замену и поменял Геруна и Валаида. Манчестер разыграет мяч, погнали. Робиньо может уходить на контратаке, но этого не будет. Второй тайм, можно сказать, ничего интересного не произошло. Пару раз обменялись ударами, так ничего и не было. Рауль. Пас, куда пас? Никуда. Робиньо пыхтит, пыхтит, видно. Прессинг. Манчестер держится, еще держится. Восемьдесят шестая уже, 87-я пошла. Счет 0-1, красные дьяволы выиграют нас дома. Вот, точнее, у нас дома Роналдо. Это Тевес, Тевес бил. Вставай, Касильяс, вставай. И время на последнюю атаку. Понятно. Сейчас последняя атака. Класс. Все. Не смогли в первый матч дожать. Были мы, конечно, удары. Все присутствовало, но, увы, все решится во втором матче. Далее. Посмотрим моменты. Момент с первого тайма. Память не до первого тайма. Тут тоже момент с первого тайма. Да, обмен ударами у нас произошел. Ну, пожалуй, сразу сыграю второй матч. Ну, так, мне нужно поменять состав структура. Коновара, конечно, недоступен. Так, все у нас вроде по местам. Так, нам выездной ставим. Вот так. Сейчас даже здесь пара заменок. Ну, вроде замены сделаны. Пора приступать к матчу. Погнали. Первый мяч на второй разыграет Манчестер Юнайтед. Робиньо же сразу обрезает защиту. Робиньо сам. Ван дер Ваарт! Бей, забью! Ну! Что за? Гол, да! 1-1, сразу же. Рафаэль Ван дер Ваарт, чувствуется, вышла основа. Автогол от Ван дер Сара, правда, нет. Записали на Рафу. Красава. Просто лучший.
мастер своего дела. Смотрим. Правда, отскок от Вандерсара нам помог. Накрутил Раф. И слева от Вандерсара залетел все. Фух, по одному. Начало эпичное, можно сказать. На 4-й минуте я уже вышел вперед, и счет 1-1. Робиньо. Ой, это желтая. Сильвестра. По ногам. Желтая, да. Буду закидывать, что же делать. Пробуем. Ай, на Вандерварта скидывал. Ой-ой-ой, какой заброс. На пару Жесунга. Тихо-тихо. Все нормально. Робиньо. Подправую. Ай-яй-яй. Роналдо. Роналдо не только в нападении мастера, вижу. Он и в защите еще отрабатывает. Вандервард. Оди. На Рамоса. Рамос назад. Бедно Вандерварта. Вард на Рауля. Это штрафной. Я бы за такой красный дал, но Фердинанду ничего не дает. Гути, ай-яй-яй. Разыграно ничего так. Ай-яй-яй, Роналдо вырвал. Эдер мяч в воздухе. Евра тянет мяч против Рамоса. Евра против Рамоса. Рамос на высоте. Рауль, ну, дай пас, Рауль, Рауль. Рауль на Робиньо. Робиньо теряет мяч. Опять Рауль. Рауль тянет. Пас разрез на Робиньо не проходит. 28 минута уже. Счет в сумме двух матчей 1-1 у нас. Перевод на Роналдо. Почему он один? Рамос, Рамос, жри. Тихо. Спокойно. Робен двигает по флангу. Робен. Арин Робен. Вандервард на Робена. Робен смещает во фланг. На Вандервард можно бить Рафа. 2-0. Дубль от Вандерварда. Просто лучший Рафаэль Вандерварт. После этого я вижу, что он уже как бы настоящий лидер, он в предыдущих матчах ничего себе показал. Можно даже капитанскую пиво сказать, что Рауль не тянет, нужно снимать его. С поста капитана команды. Смотрим. Робен. Я думал прострелить штрафную, но нет. Сзади Рафа обошел Андерсона и в уголок. Бильярдный удар. Лучший. 2-1. Рауля травмировали. Отлично. Они с Лерой выходят. Пепе сломал Криштиана. И что у нас тут? Желтая на снегу. Все дело написано. Пепе. Будет штрафной. Роналдо возле мяча. Когда Роналдо бьет штрафной, это всегда опасно. Это была подача. Рафа Вандервард, ну куда? Рафа, что с тобой?
Рафиньо. Раф перехватывает. Ауди. Анистельрой. Рабиньо. Центр смещается, Рабиньо. Под себя дергаем, дергаем, дергаем. И можно сдали. Пробить. Что это за удар? Вообще даже ударом не назвать. Андервард. Андервард с мячом. Под себя. Пас. Они доходят до Рабиньо. И конец первого тайма. Нужно сделать пару заменок, потому что там силы Гути вроде бы не было. Во втором тайме разыграем мы мяч, а вот видите, выпустил Джави Гарсию вместо Гути. Ну, пошла вода горячая. Отличное начало. У нее в угол заходит. Возит. Ай-яй-яй, пас не доходит. Роналдо во фланге. Пытается обойти, но у него не влачится. Чави Гарсия. Вышедший на замену на Вандерварта. Вандервард на Рабиньо. Дырку щемись, Рабиньо. А что ты творишь? В центр даже никто не побежал. Штрафной. А Стендер возле мяча. Ну что, ударить что ли? Весли. Руки я двинул Вандерстар. Нестелерой забирает мяч легко, ладно, Нестелерой. Ой, Рудован Нестелерой. Рудован Нестелерой, вот как правильно. Язык заплетается уже. Опасно! Касильяс. Опасно, Парк Джесу ходит в штрафную. Двоих возит, возит Джесу. Удар! Касильяс, фух, рикошет. Ван Нестелерой. Робен. Вандервард. Рабиньо. Тихо. Пас на Робена. Ай-яй-яй, красиво было задумано. Опять мяч у Ван Нистелроя. Но забирает с него мяч. Снейдер отбирает мяч. Вандервард. Рабиньо. Рабиньо. Рабиньо получает мяч. Страстной. Это был очень красивый пас. Нестелероя. Ну что, через пас что ли? Пром подать. Подача. Ничего не уходит. Подача. Ты вас на контратаке. Дэйц ее останавливает, но будет штрафной. Канала. Криштиано подает. Ну в контратаку нужно идти, ну. Понятно. Что это такое? Расслабились. Наши игроки. Подсела оборона наша. Не дают пробить. Руни. Роналдо на подачу. Фух, удар от Фердинанда. Я в предыдущем матче говорил, что в втором этаже у нас проблема. Так. Нужно дать отдохнуть Рабиньо. Все, вот на замена. Югаин выходит вместо Рабиньо. А Гонсало немного побегает. Нужно отдохнуть, потому что Рабиньо в каждом матче пашет. В этом матче он, к сожалению, не забил. Шави Гарсия, я. Вроде скорость есть у него. 84-я минута. Касильяс на выходе. Играл. Хорош. Я блин, пошел. Прессингуем. Вандерсар чуть ли не ошибся. Рамос. Ай-яй-яй, немного. Касильяс. Нет, тут Пепе. Тут должен работать Пепе. Как же нам везет. Посмотрите, защита, что с вами, просто стоите. Что это за канонибизм? Я не понял. Их наняли, Андерсон, я не,
негры, они на один, на одно лицо все. Как нам повезло сейчас. Понести Лерой, ну, себя ж дергать надо. Плюс 1 минута добавочного времени. Мы 2-0 выиграем. И мы в полуфинале. Так, может залететь третий. Если Ван Нистелрой старается. Все. Мы в полуфинале. Да. Фух, мы это сделали. 0-2. Дубль делает Рафаэль Ван дер Ваарт. И он становится капитаном команды. Я вот не знаю, либо Рабинья, либо... Смотрим, вот он, первый удар по ротам. Раф Ван дер Ваарта. Ван дер Ваарт накрутил всех, бьет штанга, и от Ван дер Саара залетела в ворот. Ну, второй я уже не буду смотреть, потому что время записи подходит к концу. Ну, посмотрим, вот момент еще показывает пока. О, а вот он, кстати, второй. На Ван дер Ваарта и Ван дер Ваарт в уголочек. Хоп, все. И что, опять с Англией будем играть в полуфинале? Нет. На этот раз уже Рома в полуфинале. Осталось мы с Ромой. Так. Нужно глянуть, с кем какие команды остались. Так, что у нас тупит джойстик. Мой мегагеймпад, да. Рома. Ювентус. Мы. И Челси. Так, посмотрим голы. И голевые передачки. Голевым передачкам. О, у нас тут вообще входа нету. Все понятно. Ну, в голах. Понятно. 4 забил Рауль и Рабинья. Ну что ж. Этот выпуск подходит к концу. Кому понравилось это видео, ставим лайки, подписываемся на наш канал с Фани. Следующий матч будет, как вы знаете, это гениально, я сказал, будет в следующем выпуске. Так что, всем пока, с вами был Эсрок, удачи.